хочу заснять ящерицу. Она сейчас без хвоста. Тоже не первая, которая вижу без хвоста. Вероятно, это у них очень часто срабатывает эта их защитная реакция. Интересно, кто на них нападает. Что они постоянно без хвостов. Хвост отрастет. Опа-на, попалась. И сразу меня кусать захотела. А, кусается не больно. Это вам не ужик. А, все-таки укусила. Ай, больно. И, блин, еще добавляет тут. Да. Не позавидуешь тому насекомому, который попадется ей в пасть. Это больно. Ну вот он ее, обрубок ее хвоста. Больно. О, и отцепилась. Вон, блин, аж след остался на пальце. Красивая такая ящерка, у нее ярко-зеленого цвета тело и черные у нее такие пятна. Ну, в принципе, обычная ящерица. Просто хотел показать, что у всех ящериц есть защитная реакция в виде того, что они отбрасывают хвост, когда хищник хватает их именно за этот хвост, он благодаря сокращению мышц специальных отпадает и более того продолжает двигаться, имитируя движение ящерицы вот, в зубах этого самого хищника, а ящерица тем делом преспокойненько уходит. Вот зубов как бы у нее нету, но они ей по сути не нужны, она же насекомым питается. Вот. А хвост у нее вот такой вот обрубок маленький остался, но он вырастет еще. Ладно, я ее отпущу. И сейчас еще повернется и меня укусит. А-та-та. Все, уже